солдат шел по улице домой и увидел в этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Все не в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята. Раскрасили красными синими, заставляли ругаться матом. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Мама Анархия, папа стакан Портвейна. Это был эксперимент.